Здравствуйте. Порт Гаосюн является крупнейшей гаванью на Тайване. 10,26 миллиона 20-футовых эквивалентных единиц ТЭУ грузов в 2015 году. Порт расположен на юге Тайваня, рядом с городом Гаосюн и окружен городскими районами Гушань, Янчинг, Линга, Чанъен, Сяоганг, а также Чиин. Он управляется Тайваньской международной портовой корпорацией, Тайваньской государственной компанией по управлению портами. Порт был естественной лагуной, прежде чем за несколько сотен лет превратился в современную гавань. Во времена 16 века на берегу современного Гаосюна уже образовалось несколько деревень, которые в то время местные жители называли Такау. Колонисты голландской Ост-Индской компании, ВИЧ, прибыли в Такау в 1620-х годах и затем начали осваивать лагуну. Порт, исторически называемый порт Такау, постепенно развивался в голландскую эпоху, Коксинга и раннюю династию Цин. В раннюю японскую эпоху колониальное правительство решило осуществить крупные проекты с намерением превратить порт в современную гавань. Японцы строили порт в три этапа. Первый был завершен в 1908 году, второй – в 1912 году, а третий был остановлен на полпути в начале Второй мировой войны. Во время Второй мировой войны порт сильно бомбили западные союзники. После войны возобновлено развитие порта. Второй порт был построен в 1975 году путем разрыва сухопутного моста между Сяган и Цзинь. На южной стороне второго входа в порт в настоящее время находится музей и парк рядом с недавно открытым межконтинентальным терминалом, терминал номер 6. Этот музей описывает историю и оформление значительного по размерам жилого массива, который располагался недалеко от расширенного порта. 3. Порт является частью морского шелкового пути, который проходит от побережья Китая к южной оконечности Индии в Момбасу, оттуда через Суэцкий канал в Средиземное море и оттуда в верхний Адриатический регион Триеста с его железнодорожным сообщением с Центральной и Восточной Европы. 4. 5. В 2017 году Taiwan International Ports Corporation завершила дорогостоящее расширение порта Гаосюн и добавила новые объекты для увеличения пропускной способности как контейнеров, так и пассажиров. Порт Гаосюн расширил свои возможности для обслуживания пассажиров за счет введения нового мобильного и регулируемого пассажирского моста для облегчения посадки и высадки пассажиров с больших круизных судов, таких как Суперстар Верго компании Star Cruises. Новый пассажирский трехуровневый мостик может двигаться вверх и вниз, чтобы соответствовать разной высоте люков круизных лайнеров, до максимальной высоты 8 метров. Также завершен кондиционированный закрытый коридор, соединяющий пристань круизного лайнера с Международным центром путешествий. Постоянные усилия Тайваньской международной портовой корпорации привели к росту круизного бизнеса порта. Ожидается, что в 2017 году порт Гаосюн посетят около 127 тысяч круизных пассажиров. Паромный терминал порта также расширяется. В 2017 году по маршруту Будай, Пэнху в туристический сезон перевезено более 530 тысяч пассажиров, что на 5,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Чтобы справиться с увеличением транзитных пассажиров, порт реконструирует существующий центр обслуживания пассажиров. Паромный причал также расширяется, чтобы он мог одновременно принимать два парома водоизмещением более 500 тонн, что дает порту Будай достаточно места для причала для одновременной стоянки до 9 паромов. Подпишись на канал, нажать на колокольчик.